Выставочная фирма из Санкт-Петербурга «Мир камня» представляет уникальные изделия из натуральных минералов уже много лет. И хорошо известны и жителям, и гостям Анапы. Мы приезжаем в Анапу уже больше 30 лет, все время работаем в Горгипе и готовы порадовать всех жителей и гостей курорта новинками. Такого в магазинах не бывает. Камни со всего земного шара, то есть от простых яшм, сердоликов, агатов до бриллиантов, изумрудов, топазов, сапфиров. Солнце в руках. Такое впечатление от изделий из янтаря. Теплые и душевные украшения из этого природного камня представлены в огромном ассортименте. Бусы, браслеты, серьги, а также фигурки для интерьера, которые станут отличным солнечным подарком. Для любителей стиля бохо-шик здесь есть красивейшие украшения из натуральных природных материалов. Льна, семян, дерева и поделочных, и полудрагоценных минералов. Причем можно заказать изделие по вашему вкусу и получить его, пока работает ярмарка, либо по почте. Во-первых, очень много изделий на любой кошелек, на любой вкус. И молодежи, и пожилом, и средним возрастом. Мне кажется, найдут любую вещичку здесь. Мы вообще-то не первый год сюда приезжаем, и все время стараемся побывать именно на этой выставке, потому что всегда можно приобрести. А для женщины украшения, мне кажется, это очень важно. Благородные опалы, хризопразы, драгоценные аметисты, изумруды и топазы. И все это в авторской обработке мастеров из Санкт-Петербурга. А также уникальные ларимары из Доминиканской Республики и камни из других уголков земли. Такой обширный выбор украшений, великолепной огранки, придется по вкусу самым требовательным покупателям. Интересны и изделия ручной работы из кожи и натуральных камней, эксклюзивные сумочки, а также кольца и браслеты из лазурита и агата. Изюминкой выставки являются редкие коллекционные камни в авторском исполнении. Бериллы, турмалины, топазы. Редко где можно встретить серьги из бивня моржа с бриллиантами или кольца с кораллами. Открыть для себя мир камня и приобрести уникальные подарки для себя и любимых можно на выставке-ярмарке «Блеск самоцветов» с 15 по 24 августа в археологическом музее Горгипе по адресу Набережная, 4, ежедневно с 11 до 19 часов.